Вот дружок у нас. Ай, дружок хвостом махательный, да? Дружок, привет! Привет, привет! А зубами-то щелкал, да? А сейчас он обнимается. Такая вот умная собаня. Да ты моя. Конечно, говорит, меня, говорит, всяко везде трогали. Везде, говорит, давили на меня. А сейчас-то я, говорит, знаю, что здесь хорошо. Он себе там вот под этим пандусом выкопал местечко укромное. Туда уходит. Там отдыхает. Да, дружок. А как нравится нам. Нам нравится, когда вот здесь вот чешут. Прямо вообще красота. Но у него шишка стала меньше, ребят. У него была вот эта грыжа паховая. Она уменьшается. Возможно, из-за питания. Галь, почему может уменьшаться эта шишка? Из-за питания? Нет? А давление из-за чего снижается? Писает? Да, вот так вот. То есть, вот так вот. Так что, дружок у нас поправляется. Но операция все равно нужна будет или нет? Непонятно. Так что, может быть, придется, если что,